парень хороший, мы с этой командой постоянно играем, что летом, что зимой. Мне нравится играть с командой Дубля Днепра, потому что команда очень, можно сказать, хорошего класса. Молодые пацаны организованы, сильно играют в комбинационный футбол, быстрые, скоростные. Я доволен и своей командой. Команда играла сегодня на фоне нагрузок, потому что у нас был сегодня последний день сбора. Поэтому я считаю, игра была хороша с обеих сторон. Акцент делали за то, что мы начали работать в двухразовом режиме. Ребята получили какую-то нагрузку, и под нагрузкой мы хотели посмотреть, как они будут мыслить. Ну, не все удалось, работы еще много. Ну, будем работать над этим. На то Ю-21, чтобы их обучать, чтобы они были готовы играть на хорошем уровне в первой команде. У нас новичков всего пока двое. На просмотре еще 4 игрока. Мы будем по ним принимать решения после этой игры, посоветуемся тренерским штабом, кого будем подписывать, с кем будем прощаться. Ну и были молодые ребята с нашей академии, сегодня тоже довольны отношением к игре, и в тренировочном процессе неплохо выглядит. Мы будем их больше привлекать к тренировочным и контрольным играм, поэтому я считаю, что сбор прошел наш первый плодотворно, игра была сегодня тоже хорошая. У нас всегда будут на просмотр люди, потому что мы будем отбирать, смотреть. Круглый год мы будем это смотреть людей, у нас и будут появляться новые игроки. Ну а говорить, кто как сыграл, там это, кто останется, это еще рано, потому что ну, до чемпионата еще много времени. Присутствие старших ребят там, в первом сегодня тайме, насколько это помогает молодежи? Это большой плюс, я вам скажу, я даже по себе, когда играл этот, начинал играть, то когда подсказ более опытных партнеров очень помогает молодым. Я думаю, что конечно, хотелось бы, чтобы они участвовали в наших играх, но с другой стороны, им дальше надо играть в футбол. А молодые должны учиться играть в футбол.